красивым, замечательным. Это город моей юности, моего становления, моей, ну, замечательный период жизни, когда это еще был Советский Союз, вы знаете, такого уже никогда не повторится. У нас была большая семья, отца тут же взяли на фронт. Вот он воевал на Ленинградском фронте. Ну, его очень быстро убили, потому что была такая страшная война, да тем более Ленинград, его же хотели захватить, хотели нас уничтожить и поселиться в этом городе. Тогда были коммунальные квартиры. Но, кстати, за счет коммунальных квартир люди выжили. Помощь, пусть небольшая, незначительная, но она была. Если человек упал, есть кому поднять. Двери не закрывались. В детском доме я была, пока была, выживала моя мама в больнице. Потом маму выписали. И нас эвакуировали. Вот так, знаете, в поезда сажали и увозили. Мы приехали к ним в Рязанскую область. Мое до сих пор незабываемое впечатление – это когда можно что-то есть. Это вдруг все есть, что-то можно. Вот, и мама за счет больницы, она выжила. Выжила, и мы с ней там какой-то срок были. Потом, конечно, вернулись в Ленинград, когда уже можно было, когда уже разрешали въезд. Мама в первую очередь, она с 8 класса меня определила в техникум, потому что она была очень слабенькая. И ей хотелось знать наверняка, что у меня будет специальность. Выучилась техникум связи, закончила, 4 года там училась. И тут же, вы представляете, вот сейчас даже мыслить об этом странно. Уехать, конечно, из этого Ленинграда. Куда угодно, лишь бы уехать. Выбрала, конечно, мужа военного, жил на одной улице со мной. Бегали с детства, знакомы были. Народ у нас был тогда другой, высокой нравственности. Это мы сейчас употребляем эти слова «высокая нравственность». А тогда были просто нормальные люди, которые пережили войну, знали, что такое жизнь. И что такое семья, как ее беречь, сохранять. Тогда мы все жили одинаково. Я не скажу, что плохо. Трудно, трудно. Тот уклад жизни, что ли, послевоенный. Мы были счастливыми, что не стреляют, что живы те, кто вернулся. В этом уже было счастье.